أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستري Продолжаем наши уроки, посвященные вопросам بورجيا И в частности, мы сегодня поговорим о единобожии в господстве. Мы на прошлом занятии, в конце нашего прошлого занятия, затронули вопрос об этом и говорили о том, что единобожие в господстве – это убежденность в том, что только Он является управляющим, только Он управляет всем мирозданием, только Он управляет всем сущим, только Он определяет цели бытия, и приводят движение, в частности, которое мы наблюдаем в материальном мире и, в частности, в человеческом обществе, определяет цели и приводит это движение к этой определенной им цели. Поэтому единобожие в господстве играет роль в понимании многих вещей, в частности, в понимании Человеческой истории. Согласно Единобожию в господстве, мы приведем это в качестве примера, чтобы вы понимали, насколько важную роль эта убежденность, этот взгляд имеет в жизни человека. Это очень ясный и яркий пример. Итак, согласно этому взгляду, этой точки зрения на бытие на Бога, на человека, на человеческую историю, на историю всей Вселенной. Согласно этой теории, этому взгляду, человеческая история не является чем-то случайным. Те процессы, которые происходят, не являются чем-то случайным. Те изменения, которые происходят, не являются случайными событиями, случайными изменениями, которые возникли бы, возникали бы в результате каких-то изменений в природе, или же изменений в материи, или изменений в технике, или в технологии, которую достигает человек, или же изменений, или развития науки. Ни в коем случае те процессы, которые происходят, и то движение, и те изменения, которые происходят в человеческой истории, это единый запланированный Богом план, который в конечном итоге приведет к тому результату, который определен, к той цели, которая определен, определена самим Богом. Это всего лишь один пример того, как единобожие в господстве может играть роль практической части, в практической жизни человека. Так как имея подобное понимание, подобное отношение к истории человечества, к изменениям, которые происходят в человеческом обществе, человек несомненно радикально поменяет свое поведение, свое отношение к жизни, свое отношение к обществу, к государству и так далее. То есть человек будет относиться совершенно иначе. К тому, что происходит вокруг него. И будет иметь совершенно иное понимание того, что происходит вокруг него. И поэтому все виды единобожия, в частности, единобожие в господстве, играют для человека огромнейшую роль. И мы ранее говорили о том, что в Священном Коране чаще всего затронута именно эта разновидность единобожия. Всевышний, говоря в Священном Ранее о Единобожии говорит, часто доказывает именно эту разновидность Единобожия. Но мы также ранее говорили о том, что Единобожие в господстве имеет две разновидности. Итак, первая разновидность Единобожия в господстве — это таквини. То есть все процессы, которые происходят, происходят по воле, Бога. Все, что происходит, происходит по воле единого Бога, по воле Аллаха. Все, что происходит не только в человеческом обществе, но и во Вселенной. Даже самые незаметные процессы, самые мельчайшие события, которые порой могут быть и незаметны человеку. Все это происходит, каждое отдельно взятое действие происходит по воле Бога и по плану Бога. Это одна разновидность единобожия в господстве. В Священном Коране об этом сказано следующим образом. Сказано, что когда Бог чего-либо захочет, то Он говорит этой вещи «будь», и эта вещь сбывается. То есть он говорит просто будь, и эта вещь сбывается. Это единобожие в Господстве, называемое Таквини. Дело в том, что есть и вторая разновидность единобожия в Господстве, которая называется Ташрии. Это означает, что только Он, только единый Бог, является истинным законодателем. Только он имеет право издавать законы. Только он может говорить, только он может указывать, что человек обязан делать, что он имеет право делать и что он не имеет права делать. То есть приказы и запреты являются прерогативой Бога, только Он имеет право на это. Это точка зрения ислама, это точка зрения Корана, это точка зрения исламского учения, что Бог един, Бог един в своем господстве как в значении таквини, то есть все процессы происходят, вне исключения все процессы происходят по Его воле, но помимо этого Он един в господстве как Законодатель тот, кто указывает. Итак, говоря о доказательствах этих двух разновидностей, мы можем указать на все то же доказательство, которое было озвучено ранее, доказательство разума, мы ранее об этом говорили, и через это доказательство мы доказывали единобожие в целости. Мы говорили о том, что единство мироздания – необходимо подчеркнуть, что это доказательство является доказательством первой разновидности единобожия в господстве, именно разновидности таквини. То есть мы говорили о том, что единство мироздания, тот порядок и то равновесие, которое царит в мироздании, свидетельствует и является доказательством того, что Бог един, Господь един что нету второго архитектора, нету второго инженера бытия. Он является единственным архитектором, единственным инженером бытия, потому что мы наблюдаем вокруг себя единство, мы наблюдаем вокруг себя порядок, мы наблюдаем вокруг себя равновесие. Мы ранее об этом говорили. Помимо этого, существуют и доказательства из откровения. В частности, в Священном Коране сказано «Куль раббу рэббус сэмэвэти валя, арды» «Кто является Господом Небес и Земли?» «Куль Аллаху» «Куль фэттахадзу миндунихи аулия аля ямликуна» «И анфусихим нафэн вала дэрэн» «Скажи и ответь им, что Господом Небес и Земли является Он Единый Бог» «Также скажи им, что они взяли себе Господ» помимо него. Тех господ, которые не могут принести пользу для самих себя. Даже для самих себя они не могут принести пользу и вред. То есть говорится о том, что люди взяли для себя господ тех, кто не могут принести себе пользу или вред, не говоря уже о том, чтобы приносить пользу или вред. Кому-либо другому. Это говорит о том, что вред и польза являются прерогативой Бога. Только Он может принести вред или пользу. Таким образом, данный аят доказывает, что Он единственный Господь. В значении таквини. Что касается разновидности ташрии, именно в законодательстве прерогативы Бога издавать законы, и отсутствие подобного права у кого-либо еще помимо Бога, то в качестве доказательства может послужить следующее. Необходимо обратить внимание, что Бог всемогущ, всезнающий, и ни в чем не нуждается. Он самодостаточен. Именно таковым должно быть качество законодателя. Потому что при отсутствии самодостаточности и при наличии нужды законодатель будет издавать то, что может принести пользу именно ему. Таким образом, законы будут ангажированными, законы будут вредными, заповеди будут необъективными. Также, если бы законодатель был бы ограничен в своем знании, он многое не учел бы. Он не усмотрел бы многие последствия, которые, которым привело бы то или иное законодательство, тот или иной закон, та или иная заповедь. И те недостатки, которые мы сегодня наблюдаем в человеческом обществе, в человеческом мире, простекают именно из этих причин люди, которым доверяются общество, страны, государства, народы, которым доверяют свои законы, те люди, которых мы называем законодателями, в частности в России это депутаты, Государственная Дума. Эти люди, и это доказанная практика, доказанный факт, очень часто, в большинстве случаев, издают те законы, те нормативные акты, которые лоббируются кем-то, которые приносят какой-то определенной группе пользу, не приносят, не являются всеобщеполезными для всего общества. Не говоря уже о том, что эти люди ограничены в своем понимании, в понимании человеческой природы, в понимании человеческой истории, понимание человеческого общества, того, как устроено человеческое общество и как одни процессы в человеческом обществе влияют на другие процессы в человеческом обществе. И эта нужда и ограниченность понимания лишает этих людей истинного права в законодательстве. Таким образом, понимая и доказывая то, что единственным самодостаточным и ни в чем не нуждающимся, единственным всезнающим, всемогущим является... Именно Он, Бог Единый, мы легко докажем тот, ту истину и тот факт, что Он является единственным законодателем, единственным Господом, который имеет право на законодательство на то, чтобы указывать человеку, что ему необходимо делать, а от чего он должен воздерживаться. Потому что он самодостаточен, он не преследует корыстных целей в этих заповедях. Он всезнающий, он прекрасно знает что принесет человеку пользу, а что навредит ему. Таким образом, ислам утверждает единобожие в господстве как в значении таквини, так и в законодательство, то есть в ташрии. На этом наше время закончилось. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва